Мы вернулись. Мы вернулись. Ну, мы никуда не пропадали, на самом деле. Hangover 4. Hangover. В двух словах. Мы едем выступать на Pod Music. Мы в этом году прошли в финал. И у нас дикий сушняк и похмелье, потому что мы вчера отмечали то, что мы выставили клип в интернет и были на шашлыках. Поэтому сегодня будет очень интересное выступление. Клип и коньяк. Выставили. Саня выставлял коньяк, я выставлял клип. Закончился саундчек. Дай Лёха клип. У нас. Лёха сейчас. Дай Лёха клип. Ой, ты. Лёха и на скейте умеет. Лёха, а у тебя точно с первого раза получится? Да, да. С первого раза получится? С первого раза. So good. Сань, когда ты будешь так петь? Когда мне будет 60. И я буду негром. Когда мне будет 70, я буду петь лучше. Через 2 года, в смысле? Да. Не, ну негром я буду через год. Сейчас будет интересно. Мы заходим в ресторан. Даже не в ресторан. Вот этого мальчика это... я знаю. Серьезно? Да. Сережа зовут. Сережа? Сережа, привет. Видишь, Сережа не угадал. Сань, ты уже взрослый, надо познакомить тебя с Чурчхелой. Идем. Вот это Чурчхела. А что это? Ну как ты думаешь, внешне посмотри. Похоже на бомбу. Спасибо. Спасибо. Это очень хорошее место. Вкусно. Классно. Уютно. Джорджин Грилл, молодцы. Нам не заплатили за это, честно. Не, мне сунули лев 10, сунули так, типа, Лёха, скажи пару слов, пожалуйста. Я и говорю, прикольное зависимое. Лёха, почему ты решил пойти именно в музей? Мне нравится музей, нравится то время, наверное. Стан. Какое то? А что там, Египет, блядь. Мы с Саней пошли на экскурсию в музей истории, и тут разные такие интересные экспонаты. Вот всякие тут камушки и тому подобное. Вот это древние люди. Летит. Мальчик, что ты тут делаешь? Короче, концерт через 20 минут. Мы... пошли в музей провести чуть там время. И что-то очень сильно захотелось спать. У нас есть 20 минут, чтобы чуть вздремнуть, может быть. Как ты думаешь, вообще кто-то придет именно ради нас? Вот именно вот такой, ой, Глимс, вот я за них пришел голосовать. Я думаю, будут. Я вчера, ой, не знаю. В смысле, твоя девушка и моя девушка? Нет, в прошлый раз я встретил этих пацанов. Ага. И он сказал, что пришел на нас. И то. О! А потом мы вышли из кабинки. Вы были в одной кабинке? Неудивительно, что он и в этот раз придет. Короче,
короче, люди уже начинают собираться. Ребят, помашите для моей мамы, пожалуйста. Мама, это тебе привет. В общем, помните, мы говорили про нашу самую любимую группу на сегодняшнем концерте? Да, вот они, мы их нашли. Мы их нашли за кулисами. Абсолютно бесплатно. Вот представляете, вот как классно играть в группе. Ты можешь попасть за кулисы со своим любимым бэджиком. Благодаря, ага. Мы нашли эту группу. Да. И вот они, эта группа Хаймам. Хаймам. Привет. Из Камрата они. Из Камрата вы? Да, из Камрата. Из Камрата. Круто. В общем, вот... Вот и все, как бы, вот они. Что еще сказать? Очень классные, очаровательные девчонки. Надо. Давайте, удачи вам. Порвите сегодня, спасибо. порвите. Честно, вот мне кажется, у вас все шансы. Настя занимается серьезными делами перед концертом. Мы сейчас пойдем с Аней тоже косички заплетать. Да. Что, пацаны, как настроение перед выходом на сцену? Супер! Смотрите вот сюда. Да, да, готов? Да. Саня, ты будешь ложать? Конечно. Молодец. Лёха? Нет. Я буду. Что, мы будем жечь буквально через пару минут. Клэпс на сцене. Они уже разогрели охренительно толпу. Просто мы постараемся не просадить атмосферу. Все, разогрев пошел. Это же вскоре как Саша. Мне понравилось все. Короче, публика была охренительная. Спасибо вам. Я красная, значит. Мы пошли мошиться под гадбай. We'll be right back.
Чувак, тебе что-то к спине прилипло? Это реклама, я продаюсь. Сань, вот 20 лет. Просто расскажи. Я расскажу, что я очень удивлен. Мы реально в шоке. Как называется твоя группа? Как называется? The Glimpse. The Glimpse. The Glimpse, говно. Волны опали на шоке. Я уверен, что это все куплено было. Да стопудово. Я не знаю, эти, кто победил, стопудово купили просто все. Пидоры они все. Как обычно, все куплено. Нет, нет, как обычно. Ребят, все на самом деле просто. Все через постель.